скажіть, будь ласка, ви були в будинку безпосередньо, коли все прилетіло? Да, дома, от. И оно как шарахнуло, и посыпались стены, зеркала, и все это, какой-то дым, какой-то чад, какой-то темень стала, дышать пыль, дышать нечем, я еще астматик сама по себе. И просто в вашу будівлю, в вашу квартиру влетела ракета? Ну, получается, нет, рядом. В подъезд развалило, раскорочило вот стены, вот. Вот, а хто ще був в будинку? Ну, я і мужчина, з которим я живу. Ми вдвоем. А сусіди ваші? Ну, поки не бачила нікого. Ми взагалі в підвалі живемо. Ми взагалі живемо в підвалі, тому що нам вже побили, окна побили раніше, це було. Ми перейшли в підвал. Так як негде жити. Як ви вважаєте, як можна назвати цей вчинок? Ось таких... це невозможно назвати. Ребенок 13 років, він так старательно учился, он в подвале сдавал экзамены по этому онлайну. Я не знаю, так переживал, что что-то учительница ему не так сказала, он не вложился во времени. А девочка молодая Лиза, вот у нее 5 числа 18 лет, замуж у подставы ходить. Ее понесли раненую. Я не знаю, где она находилась.